Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Сегодня в Доме правительства Тувы прошел сбор по подведению итогов мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике за текущий год. В фойе здания традиционно была развернута спецтехника, применяемая в работе регионального МЧС. Кроме того, перед началом официальной части были подведены итоги первого республиканского конкурса «Безопасный лед среди детей». Кудрявцева Наталья, школа села Сизимка Кемского района. Начальник Главного управления МЧС Тувы Андрей Назаров отметил, что в этом году число погибших на водных объектах удалось снизить более чем на 50%. Спасено более 20 человек на дорожно-транспортных происшествиях и ликвидировано около 400 техногенных пожаров в Туве. Однако количество лесных пожаров в этом году увеличилось на 78%. У нас небольшой рост по сравнению с прошлым годом, но в прошлом году у нас было снижение на 20% по сравнению вообще с аналогичным периодом. А в целом снижение по пожарам в пятилетней динамике, если брать, то на 16%. Кроме того, за этот год в 4 труднодоступных населенных пунктах республики установлена система оповещения, каждая из которых охватывает всех жителей местности. Большое внимание также в этом году было уделено развитию корпуса добровольной пожарной охраны. В 2017 году ставим задачу это внедрить проект «Я спасатель». Это добровольцы, кто первым окажется спасать жизнь людей. Такие задачи у нас в 2018 году ведомство в первую очередь предлагает усовершенствовать единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, в частности, самих специалистов. Второе приоритетное направление – это внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который за считанные секунды информирует о чрезвычайных ситуациях. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Минприроды России запрос, в котором просят природоохранное ведомство совместно с Генпрокуратурой страны провести экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке экологического рейтинга российских городов 2017. Эти города известны: Кызыл, Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Майкоп и другие. Руководство этих населенных пунктов либо вовсе не предоставило необходимую информацию об экологической обстановке на подведомственной им территории, либо намеренно предоставила неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии этих городов, сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. Он также заявил, что на предстоящем форуме действий ОНФ «Россия, устремленная в будущее», эксперты намерены инициировать процесс внедрения поправок в Кодекс России об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации. В Национальном театре Тувы в торжественной обстановке прошло праздничное мероприятие, посвященное 20-летию Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Торжественный вечер открыл глава Тувы Шалбан Караул. Дорогие боевые друзья, дорогие наши дети, дорогие наши родители, сегодня действительно особенный день, праздник нашей республики, потому что мы с вами отмечаем юбилей нашей организации, которую мы создавали. Я вот сейчас, зайдя сюда, видя каждого из вас, вспоминаю, как все это начиналось. Также на вечере юбилейными медалями организации были награждены матери воинов, а также ветераны Великой Отечественной войны. Это Георгий Абросимов, Иван Никитюк и Борис Подгорный. Юбилейный вечер завершился праздничным концертом. Напомним, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» создана на объединительном съезде 26 декабря 1997 года людьми, которых связывает общая военная судьба, боевое прошлое и настоящее.
Сегодня в Тувинском государственном университете в рамках 4-х рождественских чтений состоялось подписание совместного воззвания Буддийского православного межрелигиозного совета Тувы. В воззвании совет отмечает обеспокоенность по поводу духовно-нравственного состояния населения Республики Тыва и наличием острых социальных проблем. Совет связывает эти проблемы с духовно-нравственным кризисом. По мнению членов совета, для решения проблем, которые стоят перед обществом Тувы, необходимо объединение усилий государственных структур, средств массовой информации, общественных и религиозных организаций. В церемонии подписания воззвания приняли участие архиепископ Кызылский и Тувинский Феофан и камбылама Республики Тыва Глапсан Чамзы. Госдума в среду приняла во втором основном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. В сентябре президент России Владимир Путин озвучил, что власти повысят МРОТ, подчеркнув, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума. Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2018 года МРОТ должен составлять 9489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года, сообщает «Российская газета». И о курсах валют: доллар стоит 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 47 копеек. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Готовимся к празднику с РБТ.ру. Так мощный и компактный пылесос Витек всего за 4990 рублей. РБТ.ру. Е капиталын пажын садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузалар биз. Сез 800-700-5-10-2-ден ии. С 1 декабря начался прием документов для участия в государственной итоговой аттестации в 2017-18 учебном году. Заявления подаются обучающимися выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями, или уполномоченными лицами, оформленной в установленном порядке доверенности. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Республики. В Министерстве здравоохранения Тувы подведены итоги конкурса «Лучшая регистратура. Лучший работник регистратуры» в рамках проекта «Поликлиника начинается с регистратуры». Перед подведением итогов членами конкурсной комиссии были осуществлены выезды в медицинские организации, участвующие в проекте. Всего в реализации проекта приняли участие 19 медицинских учреждений, 7 из которых выполнили условия конкурса и боролись за лидерство. Основным критерием было создание регистратуры нового формата и достижение свыше 95% удовлетворенности
деятельности пациентов и ее работой. Комиссии были определены победители среди медицинских организаций первого уровня, центральные районные больницы и второго, среди которых были медицинские центры и республиканские диспансеры. В итоге лучшими среди районных больниц стали Эрзинская и Дзунхимчикская больницы. Второе место комиссия присудила учреждениям Тандынского и Кахемского районов. Среди учреждений второго уровня первое место Барунхемчикский, второе – республиканский наркологический диспансер. Третье место – укожно-венерологического диспансера Тувы. Медицинские учреждения, занявшие первые места, как и в прошлом году, будут награждены 1 000 000 рублей. За второе место – 700 тысяч рублей. За третье – 500 тысяч рублей. Средства лидерам конкурса будут направлены из территориального фонда ОМС. Главные врачи планируют потратить их на развитие учреждений, в том числе на покупку необходимого оборудования. Регистраторы, признанные лучшими в своих медицинских учреждениях, получат поощрение от главных врачей. Пятнадцатого декабря в селе Булунбаши Эрзинского района откроется новый дом культуры, сообщает Министерство культуры Тувы. Из 17 рабочих, трудившихся на объекте, 12 были из числа местных жителей. Практически в месячный срок рабочим удалось выполнить все виды работ, прописанные в контракте. Это капитальный ремонт кровли, полов, системы отопления, утепление стен, монтаж новых окон и внутренние отделочные работы. Также завершили строительно-монтажные работы в селе Элихем Улухемского района. Там идет строительство дома культуры стоимостью в 15 миллионов рублей. На 97% готов дом культуры в селе Сарыксеп Кахемского района. Это самое дорогое строительство из всех объектов приоритетного проекта Министерства культуры Тувы – 10 домов культуры – 46 миллионов рублей. На 75% готово здание в селе Баянкол Кызылского района. Стоимость объекта – более 15 миллионов рублей. Завершены работы по устройству кровли, установлено окна и двери, идут внутренние облицовочные работы, а также утепление фасада. Территория вокруг Дома культуры заасфальтирована. Меховые выставки основательно подготовились к Новому году. Новое поступление шуб отличается широким разнообразием меха. Среди тысячи моделей можно найти не только норку и лису, но и более редкие модели из мутона, астрагана и нутрии. Конечно, удлиненные стильные модели с капюшоном интересуют посетителей больше остальных. Поэтому, если вы задумались о покупке, лучше ее совершить в первые дни выставки. Укороченные модели «Автоледи» – практичная городская классика. Аналогичная модель, но с удлиненными рукавами, представлена дизайнерами из лисьего меха. В отличие от норки, он особенно популярен на западе страны. Капюшон – это в первую очередь удобство, которое спасает от холодного ветра и снега. А еще это дополнительные расходы на шкурки, а значит и более высокая цена конечного изделия. Альтернативное решение – покупка шапки, которую также можно приобрести на выставке. Выгодный вариант – оплата наличными. Для таких покупателей предусмотрена скидка 10%. Также для удобства покупателей на все изделия предусмотрена рассрочка до 2 лет. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в городе Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 14 по 24 декабря с 10 до 19 часов. Тренер Чимзырай Олег Мангушевич приглашает детей для занятия кроссфитом. Это одна из наиболее популярных методик физического развития детей. Все подробности далее. Кроссфит состоит из акробатических, аэробных и игровых упражнений, которые помогают деткам развить с детства ловкость, гибкость, силу, выносливость, скорость и лидерские качества. Поэтому приводите детей к Чимзырай Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60. Детский кроссфит из себя представляет это комплекс упражнений различных. Подтягивания, отжимания, приседания, пресс. Многие родители приводят своих детей сюда. Только из-за того, что они много сидят за компьютером, мало выходят на улицу, мало занимаются спортом, мало двигаются. Родители приводят, говорят, возьмите моего ребенка, посмотрите, у него ожирение, надо как-то его подтянуть. Или многие приводят, чтобы поступить там в кадетское училище, еще куда-нибудь, чтобы подтянуть там подтягивание, бег, чтобы выносливость какую-то у ребенка развить. И вот на детском кроссфите у нас проходят упражнения все как бы на время. Сам по себе кроссфит, он является скоростной, там все делается на время, на быстрое выполнение раз, на многое количество выполнений раз.
В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ночью минус 27, минус 29 градусов, днем минус 20, минус 22.